Что день грядущий мне готовит? Мы спросим у оракула Ленорман. Думайте о себе, любимом или любимой. А я достаю карты. Аисты, серп, мужчина. Давайте еще достанем. И собака. Итак, смотрим. На текущий момент, возможно, вам придется отказаться от какого-то, знаете, как от вашей мечты на быстрое построение вот этого вот гнезда, да, семейного вашего гнездышка, серп. Но вместе с тем карта говорит, что мужчина ваш остается с вами, и он вам очень верен. Он, может быть, по каким-то другим причинам не может вот вместе с вами сейчас построить это гнездо, но это не важно. Почему? Мы сейчас еще достанем с вами карту. Карта говорит о том, что сейчас ваш мужчина занят какими-то деловыми бумагами, возможно, перепиской, возможно, оформлением каких-то документов, договоров и прочего. Поэтому сейчас пока это не получается вот так быстро. Но, смотрите, самая удачная карта оракула Ленорман – это клевер. Это удача, это бонус, это самое счастливое стечение обстоятельств вашей жизни. Вы все получите в свое время. Обязательно будет у вас и свадебный букет, и подарки. Во благо! Не забываем писать в комментариях и ставить лайк как благодарность высшим силам. До новых встреч!